8 апреля в Хасавюрте прошла акция солидарности жителям Санкт-Петербурга, подвергшего 3 апреля террористическому акту на станции метро. На территории аграрно-экономического колледжа собралась вся студенческая молодежь среднеспециальных учебных заведений и высшего учебного заведения города для того, чтобы выразить слова поддержки и соболезнования родным и близким пострадавшим в трагедии. Направили мэрии Питера свое письмо с соболезнованиями, сочувствиями и поддержкой в эти тяжелые дни всех питерцев. Сегодня мы собрались сюда, чтобы провести акцию поддержки памяти жертв происшедшего теракта в городе Питер. В акции приняли участие представители муниципалитета во главе с первым заместителем главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Бадыром Ахмедовым, а также начальник отдела по делам молодежи и туризма Айшат Атаева, заместитель председателя общественной палаты города Нажиулла Абдуллаев, представители местных средств массовой информации и правоохранительных органов. Выступая перед собравшимися, первый заместитель главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Бадыр Ахмедов выразил слова соболезнования всем жителям Петербурга и страны от имени главы города Хасавюрт Зайнуддина Акмазова. Многие годы Дагестан и Хасавюрт в том числе страдал от подобных проявлений навязывания своей воли. Горе дома жителей республики проходило раз за разом. Боль утрат родного и близкого человека – это невосполнимо. Мы решительно осуждаем произошедшие акты террористического направленности, выражаем чувство глубокой скорби по погибшим, соболезнуем всем родным, близким, пострадавшим в этот злополучный день. Общественность Хасавюрта говорит «нет терроризму». По словам заместителя председателя общественной палаты города Нажиуллы Абдуллаева, трудно понять, чем можно руководствоваться при совершении таких чудовищных актов бесчеловечности и насилия. Также выразил слова осуждения теракта и проявления насилия в любой форме. Хасавюрт является городом дружбы народов в Дагестане. Петербург является городом дружбы народов мира, потому что в Петербурге именно тесно переплетены культуры, религии и все ценности мира, в котором они, значит, проявляют себя. Выступая от лица всей студенческой молодежи, руководитель молодежного центра аграрно-экономического колледжа Саид Ибрагимов выразил сочувствие всем пострадавшим в результате жестокого теракта, призывая сохранять морально-нравственные устои, потеря которых привела к такой ситуации, когда с легкостью проливается кровь сограждан. Пропитаться нашим решительным настроем, как молитвой, и тогда будет эффект, о котором в одиночку нельзя и помыслить. Единстве наша сила. Мы вместе. Вся молодежь города Хасавюрт единогласно заявляет: мы против терроризма. Подобные акции прошли во всех общеобразовательных и среднеспециальных учебных заведениях. В городских школах были организованы классные часы, в которых осуждались проявления насилия и акты терроризма. Слова поддержки и скорби горожане выражают в официальных сообществах местных СМИ. Бурлия Цамбиева, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».